Ходить к стоматологу не страшно и даже приятно, говорит ветеранка олейного производства Ольга Фролова. Женщина впервые посетила поликлинику «Уралкалимед». Мне здесь очень нравится, и мне именно рекомендовали этого врача. Я довольна. Довольна, как меня обслужили, довольна своим зубом. В общем, все очень хорошо. Просторный, светлый стоматологический кабинет оборудован по последнему слову техники, отмечают пациенты, а врачи подтверждают. Как нам рассказала лечащий врач Яна Абримишвили, новая стомат-установка позволяет еще качественнее лечить зубы. Стомат-установка итальянская, Миглионика, очень новая, она современная, она оснащена всеми инструментами, которые сейчас на рынке, самые последние, которые вот вышли на рынок, которые самые последние, самая модификация, самая лучшая модификация. Поэтому на этой стомат-установке мы можем проводить весь спектр стоматологических услуг, которые сейчас востребованы. Необходимое и современное оборудование, которое позволяет качественно выявлять диагнозы, лечить колищиков, проводить профосмотры, находится в каждом кабинете. К примеру, рентген кабинет. Валентина Эгензиер, рентген-лаборант с 42-летним стажем, говорит, что технологии облегчают и работу медицинским кадрам. Сейчас очень хорошо работать на таком оборудовании. Раньше же мы проявляли пленку, вот, и тяжело. В темной комнате работали. Было очень некомфортно. Сейчас очень хорошо. Все в компьютере. У нас белорусский аппарат. Вот, аппарат хороший, рентгеновский. Мы делаем здесь все снимки. Напомним, поликлиника «Уралкалимед» открыла свои двери для колищиков в 2022 году. Медицинское учреждение – это почти 1400 квадратных метров. Два этажа, два ресепшена, более 50 кабинетов. Светлые кабинеты, оборудованы прекрасно. Оборудование у нас новое. В некоторых кабинетах оборудование единственное, которое имеется только в городе Соликамске. Мы здесь можем обслуживать, ну, более, наверное, 150-200 человек в смену. Надо отметить, что все сотрудники компании являются участниками программы ДМС и в его рамках могут получать амбулаторно-поликлиническую помощь, которая оказывается в современном центре. Мы много внимания уделяем профилактическим мероприятиям, к которым относятся периодические медицинские осмотры, профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения. Здесь есть все оборудование, необходимое для проведения диспансеризации. Напомним, медицинское обслуживание работники Уралкаля и дочерних обществ получают и в Березниках, в здравпунктах народоуправлениях и в городской поликлинике Соликамска. В области социального обеспечения своих сотрудников проделывается глобальнейшая работа, в том числе и по медицинскому обслуживанию. Очень удобно проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию. Поэтому мы, конечно, стремимся к лучшему и всем желаем крепкого здоровья. К слову, все сотрудники компании имеют полис ДМС, оплаченный предприятием, и в его рамках могут получать до 130 видов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Теперь многое из этого доступно для работников соликамских площадок в Уралкалимед в микрорайоне Клистовка. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».